В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное официальной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Основная цель мероприятия заключалась в информировании общественных и бизнес-кругов США об осуществляемых в регионе расположении Азербайджана инфраструктурных проектах, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также о существующих бизнес- и инвестиционных возможностях. Исполнительный директор Каспийского политического центра «Афганефтиев» и первый вице-президент по коммуникации и внешним связям BP America Inc. Мэри Стрит выступили на открытии мероприятия. Затем модератор мероприятия посол Ричард Хокланд, поприветствовав гостей, подчеркнул значимость обсуждения. После показа видеоролика, посвященного железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, выступили участвующие в мероприятии посол Азербайджана и других государств США. Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в своем выступлении рассказал о значимости железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся важной связкой в оживлении современного шелкового пути, а также его вкладе в углубление регионального сотрудничества. В данном контексте дипломат, коснувшись официальной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс 30 октября в Баку с участием президентов Азербайджана и Турции, премьер-министров Грузии, Казахстана и Узбекистана, а также министров Туркменистана и Таджикистана, представителей других стран, отметил, что это историческое событие. Выступившие в рамках мероприятия заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам торговли Питер Хаас, вице-президент торговой палаты США Гарри Литман и другие передали свои поздравления по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и подчеркнули, что это большое достижение. Выступившие отметили, что этот проект внесет вклад в углубление сотрудничества между странами региона, а также откроет новые возможности для американских компаний. Севда Джафарова, Юсиф Бабанле, Афкам Поладле, Азертач, Вашингтон.